Челябинске. А вы где, пожалуйста? В России. Что да скажем, выиграть Нефть очень хороший результат. Не мою команду, еще больше, чем сами ему. Ne diyebilirim. Nefçin ama ona göre çok ayağlı bir netice değil. Şahsen ben şu komanda için. Ne ita ya şu Real Uskazat. Yani думаю, та и наша команда так сильна, да так очень ловко играет Нефчи. Я думаю, да и Нефчи сегодня здесь пришел, очень устал, да, игры, кто не играл там в европейские игры, да, да и видно, да у них есть, да и команда устала. Düşünmüyorum ki bizim komandamız Nefçi kimi sürekli ve güçlü oynuyor ama buna bakmıyorum Nefçi bugün yorgun gelip Avro Liga oyunlarından sonra yorgun gelip ve böyle bir oyun aldı. Nefçi дальше за меня между две самые лучшие команды здесь в Азербайджане. Nefçi benim fikrimce iki en yakışık komandalarından biriydi Azerbaycan'da. Но тоже хочу сказать, да, моя команда сегодня играла так, как сами хотели, как мы сделали договор на тренировке. Ama benim komandam meşklerde danıştığımız kimi, yani tenil ettiğimiz kimi oynadı. Yani hemen bir oyunu gösterdi. Taktikçeski perfect mi igra mi? Taktik cidden çok ayağı oynadı. Тоже с мячем команда играла отлично пас. Toplam da ötürmelerde de çok yakışı oynadı komandamız. Хорошо смо закрыли опасный игроки Нефчия. Nefçinin tehlikeli hücumcularını çok yakışı bağlayabildiğimiz oyun zamanı. И после 2-0 это все было готово. 2-0 hesabından sonra her şey hazırlıyor. Я сам очень рад, потому что мы сегодня выиграли, играли очень важные три точки. Мен çok şadam ve 3 хала göre oynadık bugün ve bu 3 хала biz kazandık. Я поздравляю еще один раз свою команду. Нефчию желаю много удачи в следующем европейском мире. Öz komandamı tebrik ederim. Nefçe gelen oyunlarda, Avrupa oyunlarda evet iki numara. Rubin'le oyunu izleyip ve bence Nefçinin en zayıf noktalarını görmek için ideal bir oyun idi. Ümmetle bu oyundan düşünün. Я смотрю, Партизан Белград был сам в Белграде на стадион, когда Нефчи играл. Там очень отличный играл дефанс. С Рубином Казань тоже было, в дефансу было проблема, было, но видно, это Нефчи очень больше играет наперед, не назад. Когда идет наперед, играет много игрока, и назад у них есть очень много места за контратак. Я то знал, что мы сегодня так играем. Partizan oyuna baktım ve bu oyunda Nefçi çok yaxşı oynadı. Rubinan oyunda Nefçi komandası bir xüsusiyyəti var ki, hücuma bütün güveyle atılır ve boşluklar yanan müdafiədə ve bu oyunda həmin boşluklardan istifadə edilir. No, видно, да, коллега Билкага Хаджиев, да, сделал хорошую команду, да, команда устала, я да понимаю, но отлично. Я желаю много удачи Нефчу и думаю, да, в следующем игре может получить еще больше. Həmkarım Bökova mənim çok yaxşı bir komanda yaradı ve sadece olarak komanda yorulmuştu. Спасибо. Спасибо. Спасибо.